Всем полнейший хай гайс и добро пожаловать в новую учебную неделю. Сразу скажу, что она будет действительно сложной и интересной, так что оставайтесь вместе со мной. Я сегодня пойду без часов, потому что забыла их зарядить. 6% только. Сегодня у нас должен был быть пробник по математике, который мы уже несколько уроков не можем написать. А все потому, что у нас два подряд урока, и за день до этого дня присылают новое расписание, где между этими уроками ставят еще какой-нибудь урок. В общем, сегодня было то же самое. Но я, как всегда, традиционно перед выходом укладываю бровки и крашу губы. Урок уже начался, но да ладно. У нас пришло два русских, два математики. Было самостоятельно по-русскому, меня вызвали к доске. Короче, у меня точно четверка или тройка. Очень плохо. Ура! У меня закончились уроки. Очень мало снимала сегодня, потому что, не знаю, все уроки, они какие-то проверочные, самостоятельные, всякое такое. Поэтому не получилось поснимать. Но зато домой. Опа-на, почти что дома. По сути, у нас должно быть 5 уроков, плюс дополнительная информатика. Должно было быть 8, но сделали только 7. У меня есть такая вот прикольная заколка, я думаю, многие помнят этот стиль. Но проблема в том, что когда я использую любую заколку, пусть даже обычную черную, которая особо незаметна, она делает меня на 10 лет еще моложе. Ну, миленько, но как будто мне реально 12. Для разнообразия. Ну, а сейчас делать ДЗ. Сегодня... У меня же вебинар сегодня. Через час. Ну ладно. Вебинарик начался. Преобразовываем, получаем 9а квадрат. Есть ли смысл? Я прошу прощения, но тут Сергей Колбасенко. Надо рисовать. А на ужин мне супер свежий наваристый борщ. Мне кажется, я настолько уже продержала интригу, что уже будет завтра, что уже все просто об этом забыли. Завтра я пойду писать пробник по русскому языку. Это наш первый пробник, и он только в феврале. Он платный, и нужно заплатить 450 рублей, что уже, конечно, все сделали. Я даже не знала, что платно пишут пробники 11-классники. Кто-то сказал, что там писал пробники по математике за 1400 рублей. Зачем? Соответственно, завтра я учиться не буду. Я поставила себе напоминалку взять вещи, обувь, заявление, договор. Только не договор. Завтра день интересный. Не страшно, потому что я боюсь опозориться. Ну что, всем привет. Я вот только недавно проснулась, оделась. У нас сегодня, в принципе, более-менее свободная форма. Главное, им сказали, чтобы это были не шорты и не шлепки. Я только что увидела, что проверили мой пробник по русскому, который я писала в онлайн-школе. Я сейчас просто хочу посмотреть, сколько у меня баллов. В этот раз у меня 83 балла. Выезжаем скоро. Время уже 7:18, и нужно реально поторопиться. В итоге планы сменились, меня отведет мама. Да, конечно, наверное, буду сейчас в машине смотреть какие-то правила. А дальше немножко немого кино. Мы приехали, и мы очень долго ждали, когда же нас заведут уже в аудиторию. Все написали, и моя реакция после. No comments. От разочарования, слез, гнева. Все это прошло, сейчас уже просто принятие,
Что было-то в итоге? Перед самым этим пробником я сидела в телефоне, смотрела всякие правила, там как слова пишут, и мне попадались слова, которые попались на пробнике. И моя зрительная память, которая обычно мне всегда помогает, она просто выключилась, она мне не помогла. Слово «кожица» я сильно гуглила, потому что не знала правила. Мне казалось, что там «е», но я и написала «это дурацкое «е», а там, конечно же, по правилу «и». И нет, это у меня ошибка не в одном задании. В ударении в самом легком. Извините меня, пожалуйста, принудить, не принудить, как я подумала, а принудить. Короче, точно меньше 75 баллов у меня, это сейчас еще только я так думаю. Все ужасно, я очень сильно расстроена, если честно. Мне просто страшно, когда придут результаты в школу, что мне скажут. Всем доброго времени суток, я сегодня проснулась. Вот такая вот вся красная, я не знаю почему. Грустно, грустно, ребята, грустно, но пора уже выходить в школу опять. Я опять уснула, да. Забыла одну точку вписать. 15-е все неправильно. 13-е забыла один корень.